Твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. Более 20 школьников, специальный грим и помпоны, сделанные своими руками. Эти ребята – болельщики сборной России по футболу. 8 июня впервые в Нефтекамске прошел флешмоб в поддержку чемпионата Европы. Несколько дней дети тщательно готовили танцевальные движения, одежду, выбирали музыку. Все это для любимой команды. Хочу, чтобы нас Россия выиграла, всех порвала, одним словом. Потому что мы все хотим, чтобы она выиграла. А для того, чтобы она выиграла, нужно как следует поддерживать. И неважно, там мы на стадионах или здесь мы дома за нее переживаем. Я думаю, что все футболисты чувствуют нашу поддержку. Каждого из нас. Вот так. Я думаю, это актуально и интересно. И детям понравилось. Их это заинтересовало.